А вот ведущих северного интерактивного шоу «Югра в твоих руках» Ирину Молчанову и Сергея Коробкова качество воды в водоемах не пугает. Сегодня они ловили рыбу прямо в центре Ханты-Мансийска. Здесь рыбы нет! Да тихо ты! Может, мы что-то неправильно делаем? Почему у одних в Югре каждый день на столе стерлядь и муксун, а у других костлявая щука или вообще ничего? Кто и как влияет на удачный улов и что такое северная рыбалка сегодня? Алкогольная прогулка или полезное занятие и способ прокормить семью? Есть ли те, кто на удочке, спиннинге и лодке на севере денег не жалеют? Ответы на все эти вопросы будем искать вместе. Завтра в 19:30 на телеканале «Югра». Принять участие в обсуждении проблемных вопросов рыболовства Югры может каждый из вас. А сделать это можно как в интернете, в социальной сети, ВКонтакте, группы программы «Югра в твоих руках», так и по телефону. Звоните в прямой эфир шоу завтра в 19:30 по номеру, указанному на вашем экране.